биткоин на этой неделе. Всем привет, друзья! Этот апдейт очень важный. Он касается всего крипторынка и того, что мы здесь видим на графиках и на индикаторах. И ближайшие 10 минут того, что я вам покажу, ребята, это, поверьте, стоит больше, чем часы и дни потраченного времени за просмотром других криптовидео, потому что здесь все очевидно. Вот мы видим, по примеру, некоторых альткоинов, таких как MantraDAO OM, которая является DeFi-ной экосистемой, до какого-нибудь Bonk'а или PP, которые вообще являются просто мем-коинами. Понимаете, монеты реально за год вот дают уже просто крышесносные иксы. И новость заключается в том, что реально мы наблюдаем с вами что? Ничто иное, как глобальный разворот всего крипторынка, похоже. Потому что эти монеты, которых пока все еще уже даже не единицы, а десятки, но они уже поперли, ребята, они уже растут на сотни иксов. На сотни иксов даже с копейками. Посмотрите, вот тот же MantraDAO OM, кстати, на Полониксе отстает, на Binance он рос еще выше. Вот, поэтому сейчас, конечно же, опасно лонговать с текущих такие монеты, потому что есть риски угодить в серьезную коррекцию, куда-нибудь к сетке AMA Ribbon, например, или ниже доллара, да, там, на 30-40 или даже там более процентов. Но, опять же, и в долгую я лично смотрю на такие монеты, как в шорт, потому что мы все знаем, что случается с альткоинами в долгую, но я вам хочу сказать про другое, что сейчас большая часть других монет, в которых, возможно, и большая часть из вас тоже засажена, напишите в комментариях, если это так, и в каких проектах вы сидите. Большинство сейчас из них выглядит вот так вот, признайте себе. Вы ловили там дно, да, потом ловили второе дно, третье, первое, второе, третье дно в подарок, четвертое, и вы уже устали ждать, вы сказали себе, ну все, это уже финиш, вот это было дно, я выхожу, мы ушли еще ниже, это скам. Монета упала с нескольких долларов на 1 цент. И тут, понимаете, происходит вот этот великий разворот крипторынка, что я называю. All season. А на самом деле, посмотрите, это было видно по объемам зеленым вот здесь, что это разворот, ребята. И сейчас, признайте себе, вы сидите в куче проектов, которые выглядят именно так. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как они выглядят. Давайте их посмотрим в стриме, который начнется сразу после этого видео. Если вы его досмотрите до конца, то вы найдете ссылку на стрим, по которой перейдете. Поэтому это очень важно сейчас психологически не продавать эти свои монеты и ждать, потому что OM это никакая там не супер прорывная технология, это обычная DeFi фармилка, свапалка и очередная экосистема, которая также лежала 2-3 года в накоплении, вот я вам ее и показываю. И немногие, поверьте мне, ее не продали в убыток здесь и не капитулировали. И вот что мы видим, 100, уже даже больше, чем 100 иксов. Теперь, случится ли это с нашими с вами альткоинами? Мы для примера сейчас посмотрим немного с вами. Буквально парочку. Вот, например, GameFi сектор. Mana, Decentraland. Она практически точно так же, как и Sandbox выглядит. И ряд других, там Alice из этого же сектора, GameFi. Посмотрите, как выглядит Mana. У нее Money Flow красный только-только вот сейчас идет заканчиваться. Смотрите, здесь был первая попытка, ложный пробой, но мы ушли ниже, скорректировались еще на третье дно в подарок. Посмотрите, как выглядит тот же... Так, у нас на этом сайфере что-то плохо Money Flow показывает. Давайте смотреть сайфер лицензионный, криптофейсовский. Если вы, кстати, еще не подключили себя, но хотели подключить Market Cypher, то ссылка на него есть в описании и промокод BREAKOUT от криптофейса. Я не знаю, он еще... Мне кажется, он еще действует. Попробуйте вот с таким промокодом получить скидку на Market Cypher. Вот, посмотрите, на этом, на оригинальном сайфере лучше видно Money Flow, но отсутствует отрисовка дивергенции и желтые точки. Давайте пока мы уменьшим китайский. Вот, что мы здесь видим? У лайткоина только-только выходит Money Flow в зеленую зону. Market Cypher, Breakout. Промокод на Market Cypher, Breakout. Пробуйте, возможно, он еще рабочий. Вот, у лайткоина, собственно, тоже сейчас брейкаут намечается. Посмотрите на это. У него вот есть нисходящее сопротивление, которое он сейчас пробивает. У него есть горизонтальное, которое ему еще, вот предыдущая поддержка, до которого ему еще расти, это 107 долларов. Лайткоин, в принципе, смотрит сейчас на мультиксы и даже к биткоину. И вот если мы посмотрим к биткоину, ребята, некоторые монеты. О, Диа начала расти, посмотрите. Диа пробилась, вот, уже зеленый money flow. Но на самом деле и Диа BTC начала расти, что самое примечательное. Вот сейчас по ней зеленый money flow, Диа BTC уже выдала несколько иксов.
Понимаете? К примеру, я вообще просто уже 4 икса. А мы смотрим Dash и видим, что вот у него, посмотрите, что на Dash, ребята, на Dash вырисовывается просто идеальная история на сайфере. Каждую следующий слив зеленая точка, и Dash уже просто невозможно дампить. Вы видите это? И посмотрите, какие у него примерно цели, если он начнет отскакивать хотя бы более-менее, понимаете? Это там, ну как бы вот это все поле тоже имеет место быть. Короче говоря, не финансовый совет. Dash к эфиру, кстати, тоже выходит. Желтая точка на китайском сайфере. Dash к эфиру выходит из глобальной перепроданности. Посмотрите, на каких объемах. Посмотрите, какие объемы на Binance заходят из эфира в Dash. Ребята, как бы, ну, я не знаю, о чем вам еще говорить. Дальше мы будем смотреть на стриме. У нас сейчас идет трейдинг-марафон на Bybit, WSOT. Я надеюсь, что вы все участвуете. Вступить уже нельзя, но турнир продлится еще 8,5 дней. Наша команда 125 участников. И мы на 96-м месте, ребята. Мы на 96-м месте. Это очень круто. Надо поднажать, попробовать. Еще так, я выхожу в красную. Мне надо идти торговать, на самом деле. Я сейчас побегу торговать на стрим. Вы обязательно тоже подключайтесь, но мысль закончу все-таки, да. И что я хочу сказать? Альткоины некоторые, ну, просто смотрятся вот прям как подарок. Polkadot, посмотрите, что с ним происходит, понимаете? Никуда он не соскамился, ничего не произошло. Это все рыночные манипуляции, ну, на мой взгляд. Атом, посмотрите, к доллару. Пробивает свое нисходящее сопротивление, уже на третьем дне валяюсь. Короче, ребята, я скажу вам так. Когда, если не сейчас, тарить фундаментал? Потому что то, что мы видим, да, то, что мы видим в новостях, арестовали этого крупнейшего маркетмейкера Алексея Андрюнина, или как мы вчера на стриме его назвали, Андрюшу Алексеева, Godbit. Вот он, собственно, они же занимались чем? Что пампили щиткоины и мемкоины, понимаете? А сейчас у нас идет сезон мемкоинов. Это я подвожу к тому, что за год-то они вон выдали, но за месяц сейчас они начнут отваливать, понимаете? И ОМ тоже, кстати говоря, ОМ тоже не исключение, я считаю. Вон, Рэмбо мне прислал. ОМ airdrop probably this week. Возможно, на этой неделе airdrop ОМа. И что вы думаете, будут наливать всем? Будут его дампить? Возможен дамп, я Рэмбо так и написал. Возможен дамп, но возможен и памп, как бы, поэтому аккуратней с шортами, друзья. Эйп вон у нас улетел, как смотрите, а сегодня уже минус 10%, на самом деле. Поэтому, не, шортить можно, почему? Я ОМ сам шорчу сейчас на Байбите, но аккуратней, вынесут всех нахрен, на этой ликвидности и полетим. Но в целом мысль такая, да, что из мемов, из шлака будут выкачивать ликвидку и закачивать фундаменталы в биток. Вон, TRDR нам отсигналил по Битфинексу. Теперь смотрим, 30-минутка. Тут были продажи, шорт, а тут у нас был покупка лонг. Поэтому, друзья, не финансовый совет, конечно же, дисклеймер, но все ссылочки в описании. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, в правильный телеграм-канал. И переходите по ссылке, которую вы сейчас увидите на экране. Встретимся на стриме вот прямо уже сейчас. Ожидания от халвинга и реальность.